Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю Quad A проектов, с вами Сейн. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Super 56. Нужно нажать на букву А, мы на нее нажали. В этой игре используется только буква А, так что вы можете использовать какой-то D-pad, чтобы заставить Кроноса плакать, но помните, это единственная кнопка, чтобы, которую нужно использовать в игре. Давайте откроем профиль. Обманули, еще стрелочки работают. А, это тоже стрелочка, окей. Нажать на А. Это что такое? Ага. People. Тут нужно зажимать прям. Это очень хорошо. Так, какой герой у нас будет? А у нас только рыба доступна, но мы можем посмотреть остальных. Один лучше другого. Пока рыба меня устраивает. Можем начать с тянки с рогом, но рыба пока выглядит намного лучше. Будем рыбой. Так, окей, давайте играть, давайте смотреть. Это менюшка из задницы выскакивающая, я не могу. Я постараюсь как можно лучше. Что, мне нужно 100 раз нажать на А? Тут на скорость, ё-моё! Господь всемогущий! 9 секунд всего! Успей! Последний момент. Боже, там, наверное... У меня механическая клавиатура, мне кажется, будет слышно просто, как я щелкаю по клавишам. Бесщадно. Несмотря на то, что микрофон перед клавиатурой. Так, следующее это. Ну, давайте я правую руку буду использовать. Правой удобнее нажимать. Так. Надо... Ой, какая дуга, кому-то в голову попали. Ачивка, попали в жопу. Не могу до этого яйца побежать дострельнуть. Три яблочка, отлично. Господи, почему это так плохо и так хорошо одновременно? Я не могу. Я не знаю, а что тут комментировать? Здесь все великолепно. Что? Риба. Сюда иди. Прыгай. Радость. Господь Иисус. Кто это сделал просто? Это такой... Это такой просто... Такая дичь. Так. Что нужно делать? Это куда улетел, дурак, что ли? Нет! Блин, только А, я нажимаю D, чтобы в другую сторону оно покрутилось. Давай. Мы потратили жизнь. Блин, тут не так легко все на самом деле. Здесь типа нужно уметь нормально нажимать на букву А. Английскую. Следующая стадия, пятая. Это что, гоночки? Погнали, а как мне управлять? Как направо поворачивать?
Или тут только трасса налево будет вертеться? Боже, это очень хорошо, я не знаю. Вот это игры, которые мы заслужили. Вот эти ваши Старфилды, Baldur's Gate, что там в этом году приходило? Спайдермены новые. Всякие эти... Что там было? Ассасины новые, да? Нам этого не надо. Нам нужно... Quad A игры. Так. Сфокусируйся. Что нужно сделать? Я не понимаю. Тогда желтое нажимать. Тварь. А меня никто не предупредил. Я чё, японский знаю, по-вашему, там сверху писалось что-то и снизу иероглиф какой-то. Куда я должен догадаться, что нужно нажимать, когда желтое, а не когда в фокусе? Я нажимал, когда чувак был в фокусе. А желтая штука появлялась, желтая рамка иногда, когда я не в фокусе был. Это что такое? А, ну давай. Отлично прошли. Ура, мы дохали машину просто. В костюме Sailor Moon. Какой-то крип. Окей. Так, дальше что, Flappy Bird пойдет? А, мне нужно срать. Пацаны. Я всех обосру, как птица. Торпедируем говняшку. Я прошел? Я не... В смысле? Мне казалось, что я по 12 людям так ты попал. И он даже бронзовую медальку дали. 48 XP. Блин, на две жизни всего. А что делает Бэг? Open gift bag, давай. Подарок. Окей. Okay. Так. Ага, понял. Да в смысле ты бы меня научил хотя бы как? Я нажимал, когда приземлялся. Ну, такое. Никакого обучения, ничего, хотя 4 ошибки уже получили. Так, мы дошли до 10 стадии, надеюсь, мы ее пройдем. Что? Мне нужно успеть что-то. Нужно прокликать. За 20 секунд все. Да-да-да, очень интересные диалоги. Погнали. Погнали. Почему? Я не успел все диалоговые линии прокликать. Ну, капец, конечно, дамы и господа, кто бы мог подумать. Надо еще раз пробовать. Так, сменим персонажа. Рыба дошла до 10 уровня. До какого дойдет другой персонаж? Что? Почему черный экран? Окей, отлично. Карьера здесь есть прям. Я не хочу в карьеру, я хочу в профиль. Так. Мы можем выбрать уровень. Мы дошли до сюда. Сюда мы не попали. Как выйти теперь? Я хотел профиль сменить. Очень, очень классно видно все. Вот мейн меню скрыто.
плашкой. Ничего, мы нашли это и увидели. Так, а профиль. Давай. Да не хочу я в лидерборды, господи. Игра, мучаешь. Спасибо. Дай зайти в профиль. Muchas gracias. Так. Nippon Marathon, давай. Может, повезет лучше. Стартовая фраза. Ладно, все, тут не мучаемся, просто сменили персонажа и огонь. А давайте сразу с этого левела и начнем, на котором остановились. На 10-м. Зачем нам проходить то, что мы уже видели? Да, управление на одну клавишу — это великолепное решение. Просто UI и UX-дизайнеры максимально старались. Фэнси практис, практис. Давай. Нужно нажимать только когда А появляется, я понял. Время вышло! Окей. Я понял. Я понял, но ничего не понял. Там прыгало вверх-вниз. Yes, no. Я, походу, на no нажал. Если бы yes, я побежал бы куда-то. Окей. Play. Погнали. Классик, конечно. Давай. 100 раз нажать на А, давай, я готов. Блин, рука устает на самом деле. Просто неимоверно устает на одну и ту же кнопку так быстро жать. Ну первая легкая, объективно. Может быть, мы до второго левела доползем даже. Так, стрельба из лука. Но это легко. Птица. Ой, хорошо было, красиво. Блин, обидно. Я думал, что в яблоко попаду, а попал в... Ой. Хорош. Between the cheeks. Попал в жопу опять. Ну тяноки, ну дает. Там еще рядом с нашим персонажем слева вверху человечек ползет. Возможно, в втором левеле уже будет ходить. Давай, медведь. Раз. Два. Рыба. Нет, да что такое? Это не рыба. Три. Радость! Геймдизайн божественный. Геймдизайн просто мое почтение. Вот это мы не прошли. Вот эту мы не прошли, тут надо аккуратнее. Короче, когда этот дебильный мячик попадает в голубенькую, голубенькая разбивается, это проблема. Блин, тварь.
Ай-я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 й, опять не пройдем. Одна. Ну, камон. Это сложный уровень. Вот если не верите, сами попробуйте сыграть. Он вообще не легкий. Кажется легким, ни хрена не легкий. С машинками простой, с машинками нормальный прям. С машинками норм, потому что ты поворачиваешь только налево. Тут прям вообще, ну, ничего сложного не должно быть. Просто вовремя руль крутить на букву А. Желательно еще все монетки собрать. И чекпоинты. Чекпоинты вот написано там 5 из 6, 5 из 10, 6 из 10, 8 из 10. Хотя их больше, чем 10. То есть если ты какой-то пропустишь, даже есть шанс еще добрать. Главное, чтобы время не закончилось. Какой нотбэт? Идеально, все собрал. В смысле нотбэт? Золотая медаль у меня, между прочим, нотбэт. Ни хрена себе. Так, вот с этим чертом нужно разобраться сейчас аккуратно. На желтую фоткаем. 5 фоток всего. Раз. Два. Три. Сука. Три. Четыре. Сука. Пять. Отлично. Все, на этом не заруинились. Значит, есть шанс пройти как минимум на один левел дальше. Этот легкий. Здесь нужно просто машину отмудохать. Просто долбишь на букву А. Нещадно. Бедный зеленый Lexus или Honda, или что это было. Отлично. Опять лучший рекорд. Лучший рекорд, как и в гонках. Да, не за что, дорогая. Получили гем какой-то. Не знаю, зачем он нужен. Миссия ранга S. О! Человек только что поднял уровень. Неплохо, мешок с мясом. У тебя есть что-то... Эй, Броунс, чекни мануал Молд Стоун. Он говорит, что как только у тебя будет мод Stone, ты сможешь активировать его до того, как начать новый забег. Мило. Мод Stone, это... Мод Stone поможет тебе зарандомить стадии. Здорово, лузеры! О, этот чувак. Так-так. У тебя что, тоже Супер 56? Не твоего ума дело, Джон. И что хрен его значит Хауди? Хауди, приветик. Ну, вы знаете, ковбои, крутые люди, типа меня, так говорят. Кто так говорит? Что ты вообще хотел этим сказать? Что ты хочешь от нас? Я подумал, что я зайду и скажу, что у меня есть Супер 56. Да, мы ее уже выпустили, вообще-то. Значит, мой ранг... И... Нет, я думаю, что ранг... Блин, господи, как тяжело перевести это. Guess what rank I'm at Buddy Boy. А, мне кажется, что я на уровне, на ранге приятель Buddy Boy. Нет. Это камон, чувак. Я просто хотел... Ты на ранге тупой придурок? Ранг B, уровень 3. Прочти это и подотрись. А вы, лузеры, и ваш маленький человечешка никогда меня не догонит. О, этот чел. Честно говоря, не знаю, что он хочет от нас, почему так много говорит. Он из Кройдена. Чувак достает нас. Короче, чувак, человек, давай за работу. Нам нужно побить этого тупого придурка до мозга костей. Как нам это сделать? Тебе нужно дойти до топового ранга, ранг S. Ранг S? Да, ранг S. Ранг S! Окей, нам представили, что тут есть миссии уровня Анбу, ранга S.
Так, срём. 12 какашунь. Так, 10, еще 2. 2 жертвы. Где еще одна? 11 из 12 было. Да что за бред? Ну, игра, ну камон, ну что это такое? Так, следующая стадия. Вот с этим я не разобрался. Ага, разобрался. Один раз разобрался, остальные разы не разобрался ни хрена. Но вроде нужно при прикасании с водой типа отпрыгивать. Так, 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 так. Это почти прошли на практике. Когда А появляется, нажимать. Только когда А появляется. Хрен на эти диалоги. Давай, 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 давай. Да времени мало, в смысле, игра. А-а-а! Надо было ран, надо было ноу нажать, это ран. Ай, господь, я опять не то выбрал. Нужно было ран, и она побежала, скорее всего, вперед и собрала бы эти яблоки или монетки, что там мы собираем. Окей, смотрим следующий уровень. Надеюсь, пройдем. Так, так, так. Обогнать 25 машин. Мне хочется сглазить, но пока выглядит несложно. Опять же, все на одну кнопку А. Господь Христос, вот я сглазил. Сказал, что выглядит несложно. Машина дымится! Машина горит! Ой, господи, мы справились. Фух! Божечки и кошечки. Как-то нервно, как-то сложно. Don't называется следующая стадия. Не нажимать, а... Когда появляется Don't Press, не нужно нажимать. За что? Я должен был попасть, когда появляется пресс, наверное. Блин. Я думал, вообще нажимать не надо, когда появляются надписи. Да, но мы уже ходим, кстати. Вот сверху человечек, он уже не ползет, как малыш, а уже ходит. Окей. Окей. Не, ну это прям, конечно, да. Это рвань лютая. Супер 56. Ну... Дамы и господа, что вы хотели? Это современный Quad A проект. Все ваши AAA игры соснули с выходом Super 56. Но эта индюха — это нечто. Она на самом деле очень смешная. Несмотря на весь свой трэш. И она, естественно, пойдет в плейлист трэш-угар рок-н-ролл, но тем не менее. На сегодня все. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте, ссылки на которые вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. Увидимся с вами в следующих играх и других видео. Всех обнял.